Всем огромнейший привет! Это новый конкурс «Битвы за кубок». Это уже пятое задание. Надеюсь, вам будет интересно участвовать. Это, дорогие мальчики и девочки, бабушки и дедушки, юноши и девы, здесь находится определенный текст. Что нужно угадать? Во-первых, каким цветом написан? Какой пастой? Во-вторых, что? О чем вообще здесь идется речь? Какая тема, да, вот что здесь за текст написан, о чем? Если кто-то будет говорить, что полностью пустой, нет, там текст есть. Какого пола человек писал этот текст? Женщина, мужчина, какой возраст? Ребенок, взрослый, о чем этот текст? Сколько может быть строчек? Ну, в общем, все, что вы увидите. Может быть, какие-то там числа, может быть, что, на каком языке текст писался, да? На английском, может быть, на русском, на украинском, на иврите, на китайском. В общем, все, что вы увидите, пожалуйста, пишите. Пишите выпавшие карты, потому что если мне нравятся выпавшие карты, я даю полбалла за правильно выпавшие карты. Победитель битвы за кубок, у нас это сейчас пятый тур, всего 10 туров, получит кубок, который я лично отправлю в любой уголок нашей планеты Земля. На этом все. Даже если вы не угадаете, даже если абсолютно все мимо, не посмотрите, это очень сложно. Это опыт, это практика, это просто хорошее настроение. Я буду рада, если это видео наберет большую активность и даст вам интереснейшую практику. На этом все. Подписывайтесь на канал, если вы вдруг не подписаны. Трогайте колокольчик для того, чтобы видео были у вас всегда самые новые под рукой, на глазах. На этом все. И всем хорошего дня.